Доброго времени суток, дорогие подписчики, кто хочет сотрудничать со мной, ну к примеру взаимную подписку, или еще что-нибудь, пишите в комментариях, или в личке, все ссылки внизу, отвечаю всем, но не сразу. Итак, вы пока смотрите афишу фильмов, что сегодня выйдет, а я пока расскажу главную новость, на этой неделе стало, как и вы наверное все уже знаете, то что президентом Америки стал Трамп. Я не мог обойти эту тему, так как у меня на это есть свое мнение, да безусловно очень для многих, это был шок, то что Трамп выиграл и стал президентом Америки. У меня на это есть два мнения, первое то что Клинтон и правда честно проиграла Трамп, хотя из-за Клинтон агитировали очень многие знаменитости, певцы, певицы, актеры, и даже нынешний президент Америки Обама. Хотя и у него сейчас уже рейтинги не очень. А второе, хотя это я так думаю, что почти невозможно, но все-таки, я наверное скажу свою мысль, повторяю это, просто мысли вслух и нечего больше. Итак, моя мысль такая, что спецслужбы Америки все очень только продумали, заставили всех думать, что выиграет Клинтон, с ее мягко сказать недружной политикой, а тут раз и выиграл Трамп. И я так думаю, что тут без спецслужб не обошлось. Хотя и Трамп обещал более меткую политику, но он ничего не сможет сделать относительно один в Белом доме, ему не дадут грандиозно ничего менять, если даже он захочет, и захочет ли, сказать можно все. Ну ладно, это были только мои мысли и ничего больше, напишите в комментариях, как вы думаете, Трамп будет хоть чуть лучше, чем Обама? Или нет, и что вы вообще думаете про нового президента Америки? А теперь объясню, причем тут маленькая Ванга, из Франции, извиняюсь, но я не помню как ее зовут, и так причем тут она, по НТВ не так давно показывали передачу, 15 пророчеств для РСФСР. В начале звука не будет, потом я звук включу, и вот там она скажет, что выиграет Клинтон. И вот теперь у меня три мысли по этому поводу. Первый и самый маловероятный, то переводчик не до конца ее поняла, второй, что бывает буквы со всеми, она попросту ошиблась. И третий тоже почти невероятный, так как Трамп официально станет президентом после Нового года, с ним за эти два месяца что-то станет. И четвертый шуточный, спецслужбы сказали, чтобы она сказала так. Кто захочет посмотрит полную версию ролика, ссылка на ролик будет в описании, а сейчас смотрите, что она сказала, маленький отрывок. Но кто из них станет президентом Америки? Скажи, только точно, победит мадам или месье на будущих выборах в Америке? Она. Ты уверена? Да. Вы все слышали сами. Невзирая на расшатанное здоровье, наследница Ванги пророчит победу Хиллари. Впрочем, ее однопартийца, демократа Бараку Обаму, эта победа не спасет от политического забвения. Итак, сегодня выходит 5 фильмов. Мультфильмов сегодня нет. Не забывайте подписывать, ставить лайки или дизлайки и комментировать. На сегодня все, пока. Пока. Уиджи. Проклятие доски дьявола. Описание. Несколько ничего не подозревающих друзей вынуждены противостоять своим самым страшным кошмарам после того, как они вызвали потустороннее зло, которое только они теперь и могут изгнать обратно. Шпионы по соседству. Описание. Предлагаем смотреть, где солнечный и невероятно красивый Сан-Франциско встречает долгожданных гостей. В этот город приезжает молодая пара, которые надеются обрести в этом городке собственное счастье и найти работу. Главный герой данной кинокартины обладает хорошими познаниями в области науки, поэтому найти хорошую работу должно быть легко. По большей части мужчина занимается разработкой уникальных технологий, которые часто привлекают к себе внимание недоброжелателей. С недавнего времени недалеко от дома главных героев поселился загадочный человек. У него есть жена и две дочери. Главному герою приходит в голову мысль, чтобы можно наведаться в гости к новым соседям и подружиться с ними. Все было бы просто замечательно,
Но возлюбленная главного героя начинает подозревать, что соседи являются шпионами, которые желают похитить технологии. Она полагает, что семья работает на МБ. Эта фирма уже не раз интересовалась разработками талантливого ученого. У этого есть весьма серьезная причина. Жена ученого не ошиблась. Новые соседи в действительности оказались тайными агентами АМБ. Они вынуждены притворяться дружелюбными соседями семейной пары, чтобы у них была возможность в любое время вести наблюдение за ученым. В «Шпионы по соседству онлайн» главным героям необходимо сторожить свои изобретения, чтобы к ним не получили доступ посторонние. Супер-бриз. Описание. Бриз получает сообщение с просьбой о помощи от своего старого друга Мариуса и решается отправить на другой конец света, чтобы найти его и помочь. Маменькин сынок. Описание. Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жан Рене. Однако 19-летний сын Виолетты, Лола, не в восторге от их отношений. Лола решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери. Прибытие. Описание. Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны, вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Даниэли, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках.